Мої вітання глядачам телеканалу Z. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю» і я її ведуча Оксана Горобцова. Сьогодні будемо говорити про питання житлово-комунального господарства і про наші з вами будинки, зокрема. У мене в гостях генеральний директор комунального підприємства «Наше місто» Олександр Ніколаєнко. Олександр Ніколаєнко – генеральний директор комунального підприємства «Наше місто». За освітою – енергетик. З 2011 року працював головним енергетиком ПАТ «Запоріжвогнетриб». Депутат Запорізької міської ради, входить до складу комісії з питань життєзабезпечення міста. Весна. Суботники розпочалися в нашому місті. Працюють в тому числі і представники вашого підприємства в багатоквартирних будинках. Депутати міськради до того ж ще й перерозподілили бюджет. Розкажіть про те, які витрати в поточному році передбачені на утримання багатоквартирних будинків, які, власне, належать до комунальної власності. І чи вистачить цих коштів на усі потреби, які були заплановані? Добрый день. Конечно же, на все потребности денег, которые 474 миллиона гривен проголосовал депутатский корпус на сессии городского совета, их не хватит на все дома. Этим титулом охвачено 627 жилых домов, то есть где-то выборочный капитальный ремонт инженерных сетей, где-то кровли, где-то лифты. То есть каждая программа, которая наполняется согласно выделенных статей бюджета. То есть мы говорим о трех основных направлениях. Это текущие кровли, порядка 180 домов планируем выполнить в 2017 году капитальным ремонтом. Порядка 207 лифтов – это модернизация и капитальный ремонт, то есть устаревшее оборудование будет заменено на энергоэффективное и будут установлены уже в лифтовом хозяйстве тиристорные выпрямители. Что это позволит сделать? Это в несколько раз уменьшится потребление электрической энергии, которая находится в составе тарифа коммунального предприятия «Наше место». То есть одно из девяти затратных частей основных – это оплата за электроэнергию в составе тарифа. А эти мероприятия позволят в том числе снизить оплату каждого жителя города Запорожья за содержание жилого дома. И третье направление – это инженерные сети. Как показал, ну скажем так, какой бы опыт ни был, хороший или плохой – это подготовка к отопительному периоду 2016-2018 года. 2017-2018 год мы уже для себя цели поставили. Ну и, скажем так, горожане нам не дадут, скажем так, возможности войти в отопительный период с такими проблемами, которые были в прошлом году. Поэтому основное направление мы сделали на инженерные сети, подготовили несколько приоритетных направлений, то есть приоритет номер один – это те дома проанализировали, которые, скажем так, запускались неделю, а то и дольше, в 16-17 отопительный период, вошли в приоритет 1. На эти цели запланировано выделение денежных средств Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Запорожья. Это выборковый капитальный ремонт инженерных сетей. И также еще несколько приоритетов. Приоритет 2 – это 1100 домов, которые, скажем так, хотелось бы подготовить к отопительному периоду. Существуют риски порыва инженерных сетей, но мы понимаем, что силами аварийной службы, силой текущих ремонтов коммунального предприятия «Наше место», мы планируем, скажем так, войти в менее болезненно в отопительный период. И порядка 700 домов, там, где за счет тарифа, это многоквартирные девятиэтажные дома, в основном этажные застройки, там, где денежных средств жителей города Запорожья хватит накопительным итогом за календарный год собрать, для того, чтобы текущим ремонтом охватить инженерные сети. То есть все основные мероприятия направлены на нормальную подготовку к отопительному периоду 2017-2018 года. Добре, чи будуть такі будинки, які побачать у цьому році капітальний ремонт? Совершенно верно. Как я уже говорил, программа 474 миллиона гривен, рассчитана на 627 домов. Из 3900 домов это те, которые были в хозяйственном ведении коммунального предприятия «Наше место» по состоянию на 1 января 2017 года. На сегодняшний момент мы говорим о 3609 домах, то есть уже порядка 280 домов стали обществом совладельцем многоквартирных домов. ОСМД организовали не только от создания, проведения сборов, а и фактически взяли дом на управление свое. Я правильно розумію, що титульний лист поточних робіт на цей рік уже сформований? Він затверджений? Ми говоримо о трьох можливих роботах, які охвачені жилим домом. Це технічне обслуговування. В составі тарифу комунального підприємства «Наше місто» знаходиться технічне обслуговування інженерних сетей, це п'яти направлень. Це холодне і гаряче водоснабження, теплофікація, це отоплення, водоотведення, це каналізація, процеси нашої життєдіяльності. І водоотведення, це з криш домов збирається дождєва вода і водоотведення в каналізацію йде. Второе направление – техническое обслуживание электрических внутридомовых сетей коммунального предприятия «Запорожье».
Запорожгорсвет. И третье направление – это уборка придомовой территории. Также в составе тарифа есть текущие ремонты. Те дома, рассчитан тариф был на 4 месяца 2016 года и 12 месяцев 2017 года, тот титул, о котором вы говорите. Все без исключения дома вошли в этот титул, 3899 домов расчет был произведен. За исключением 894 домов, они одноэтажные застройки и малоэтажные застройки. О чем я говорю? О том, что в составе тарифа текущий ремонт, он практически нулевой. Потому что, ну, инженерных сетей, если дом одноэтажный или коттедж на два хозяина, ну, скажем так, инженерных сетей как таковых и нету. Граница расподелу балансовой належности находится на границе земельного участка, там, где вы видите и счетчики тепла, концерн устанавливают, там, где воду устанавливают, то есть там инженерных сетей как таковых нету. И мэром города было принято решение для того, чтобы, ну, скажем так, корректно выполнять программу по ветхому жилью. Мы из 312 домов ветхого жилого фонда города Запорожья в состав тарифа составляющая текущий ремонт была нулевая включена, потому что, ну, трудно объяснить, допустим, Заводский район, Шевченковский, Александровский, двухэтажные восьмиквартирные дома, скажем так, застройки 30-40-х годов. К сожалению, квадратура придомовой территории, квадратура кровли, уборка, скажем так, она такая же самая по объему, как и, допустим, двухэтажная, девятиэтажная многоэтажка. И мы говорим о том, что, ну, к сожалению, в знаменателе либо 8 семей, либо 72 квартиры делят. И мы говорим, 8 гривен за квадратный метр платить для жилья ветхого фонда, ну, не совсем правильно. Поэтому было нормально взвешенное решение включить в приоритет 1 по выполнению капитального ремонта. Также мэр давал четкое поручение профильному заму подготовить программу по ветхому жилью. Три составляющие этой программы были разбиты для себя. Первую программу мы проинвентаризировали конкретно ветхое жилье, которое есть в городе Запорожье. Обратно же неделя по приоритетам. Все 7 районов города Запорожья прошли работники нашего места. Это во время актов составления осеннего осмотра 2016 года. Из 312 подтвердилось 308 домов. То есть те дома, которые, ну, скажем так, потребуют либо капитальных ремонтов, либо, ну, скажем так, отселения. И, к сожалению, в том числе есть еще и 14 аварийных домов, в котором, ну, так, жители города Запорожья, ну, больше существуют, а не проживают. Поэтому на сегодняшний момент второй этап тоже был реализован. Это с помощью центра надания админпослуг мы, скажем так, поняли, сколько, какое количество жителей в этих домах проживает. 6649 человек, ну, прописано либо проживает. И третий этап был, это все-таки вместе с государственной программой, с привлечением субвенций как областного бюджета, государственного бюджета, запланирование привлечения инвестора для того, чтобы, ну, мы понимаем, без строительства нового жилья отселить с ветхого и аварийного жилья жителям просто некуда. Потому что где-то текущим ремонтом охватить за, скажем так, те невразумительные деньги, ну, не хотелось бы. Есть дома, которые, ну, к сожалению, дешевле снести до фундамента и заново построить. А если на их месте еще вместо двухэтажного баракового типа дома будет полноценный 9-10-этажный двухподъездный дом, ну, эта проблема сразу решится для 70 семей. Добре, титульний лист уже затверджено. Чи можуть іще встигнути мешканці багатоквартирних будинків зробити, скажімо, якусь заявку на 1580 або подзвонити в КП «Наше місто» і сказати там, або вимагати вирішення якоїсь проблеми, скажімо, того ж ремонту ліфту або ремонту під'їзду, або там, я не знаю, ще міжпанельні шви? Титульные списки как капитального ремонта, так и текущего, я уже проговорил, формируются, то есть попередний год на следующий, то есть до конца августа мы сформировали капитальный титул на 2017 год, то есть также сейчас уже занимаемся формированием титульного списка 2018 года. Что делать с теми домами, которые, ну, скажем так, могут не дожить до 2018 года, пока будут включены в капитальные ремонты? На сегодняшний момент существует процедура, то есть люди приходят, начиная от личного приема мэра города Владимира Викторовича, профильный зам, директор департамента, у меня личный прием. Мы, скажем так, норма закона рекомендует не реже раз в месяц приемы делать. Я ввел такую хорошую традицию, два раза в неделю принимаю жителей города Запорожья. И, ну, скажем так, время приема с 8 до 9. Многие как бы возмущаются, почему так. Но кто приходит, видит, и в 30:30 было, и до обеда. То есть можно звертатися до мэра, просто, до вас особисто, в департамент. Просто. Власне, для того, чтобы, ну, певним чином на наступний рік роботи були включені, знову ж таки,
таки мешканці мають проявляти свою ініціативу, чи експерти вашого підприємства так само роблять певну роботу і вносять будинки на до титульного листа на наступний рік? Я би сказав, тут робота йде совмісно. Mm-hmm. Тобто житель міста Запоріжжя, звісно ж, має можливість, і багато використовуються, звертаються на лічні прийоми зі своєю проблематикою. К сожалению, ну, тот жилой фонд или то техническое состояние, которое есть на сегодня, оно оставляет желать лучшего. Поэтому из 3900 домов, которые я назвал, в этом году только удалось 627 включить в капитальные ремонты. И то это, ну, как минимум, седьмая часть от необходимого. Поэтому мы и говорим, что всю программу, которую мы планируем реализовать в городе Запорожье, она рассчитана на 2017-2025 года. Почему такие сроки? Ну, 8-9 лет реально по от 400 до 600 домов в год делать. И мы можем охватить реально капитальным ремонтом качественным весь жилой фонд города Запорожья. Текущий ремонт в составе тарифа на содержание жилого дома тогда будет составляющая уменьшаться, и люди, кроме как отремонтированного капитального жилого дома, увидят еще и уменьшение стоимости содержания жилого дома, потому что услуга по текущему ремонту, она такая же, как и оплата за электроснабжение. Чим зараз конкретно займається КП «Наше місто»? Я маю на увазі саме в цей період, які роботи проводити в будинках? «Наше місто» з 1 сентября 2016 року почало планову роботу по виконанню текущих ремонтів і технічного обслуговування жилого дому міста Запоріжжя, кожного многоквартирного. Ні, окрім поточної роботи, чим саме займаєтеся саме в цей період? Поки, ну, многие обратно же жителі, скажем так, не видно була робота «Нашого міста», в основному зимний період времени були направлені на інженерні сети, то, що в підвалі знаходяться, це труби, це холодне горячее водоснабжение, это канализация. С приходом, скажем так, весны, с покращением погодных умов, мы вышли на улицу уже, то есть реально видно кровля, где возможен текущий ремонт. Температурные швы уже начали делать. Начали делать деформационные швы, там, где оцинковку вы видите в 9-этажных домах, затекает вода и, не дай бог, расширяется. Также, я не сказал, существует еще программа по кренам, то есть 110 секций, 67 домов у нас включена на этот год в программу. Это там, где многоквартирные, многоэтажные дома, есть несколько подъездов, 4 и более, и одна секция, ну, скажем так, наклоняется на другую. Либо там грунтовые воды, либо, скажем так, канализация, коммуникации были повреждены, ну и происходили эти процессы. То есть основная направленность текущих ремонтов коммунального предприятия «Наше место» сейчас вышли на открытый воздух, то есть реально занимаемся теми проблемами, которые позволяют решать вопросы горожан. З перших днів роботи комунального підприємства «Наше місто» точилися розмови навколо того, що комунальне підприємство не проходило конкурс, як це передбачено законодавством для утримуючих компаній. Чи буде конкурс для нашого міста і чи потрібен він сьогодні взагалі? Смотрите, на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що так вийшло, що я 2 роки вникав в ці процеси, ознакомлювався з законодавчою базою, смотрели, як що відбувається. Ми говоримо о законі 417, який регламентував, як должно було пройти. Ну, к сожалению, на той момент подзаконных актов к нему не было. То есть правила игры, скажем так, были намерения, а правил игры не было. Поэтому в марте месяце 2016 года была создана распоряжением городского головы рабочая группа, в состав которой тоже я вошел в нее, по реализации именно непосредственно закона 417. До июля месяца 2016 года должны были четко, скажем так, провести кабинет министров подзаконные акты, которые рассказали бы, как проводить конкурс, на каких условиях, на каких началах, то есть условия проведения, последовательность, хронология. На сегодняшний момент мы говорим о том, что коммунальное предприятие «Наше место» говорит о том, что закон незаконно работает. Мы не дали возможность коммунальному хозяйству города Запорожья, ну, скажем так, рассыпаться как карточный домик. Я не побоюсь сказать, потому что есть реальные успехи по поддержанию жилого фонда. Я лично, как депутат Запорожского городского совета, уверен, что конкурс будет проведен, потому что, ну, я рекомендую и себе жить по принципу, и многим. Если не знаешь, как сделать, сделай по закону. А закон говорит, что конкурс на управляющую компанию должен быть проведен. Конечно же, коммунальное предприятие «Наше место» планирует в нем участвовать. То есть мы уже, как говорят, набили руку, получили опыт работы, понимаем, как делать, как управлять жилым фондом города Запорожья. Ну и будем стремиться для того, чтобы доверие жителей города Запорожья, ну, скажем так, не растратить. Вы депутат міської ради, маєте депутатський фонд, який можете направляти на потреби виборців, в тому числі і на ремонти будинків, під'їздів, на проведення суботників, а отже, ну, прибирання будинків, да, і прибудинкової території. До того ж, ви керівник управляючої компанії. Як
має все це виконуватися в рамках вашої діяльності. Як вам вдається, чи вдається взагалі уникати конфлікту інтересів в цій ситуації? Ви знаєте, я максимально готов к вопросам, які, ну, многие називають компрометуючими или там провокаційними. На самом деле конфлікту інтересів бути не може, тому що я руководитель комунального предприятия «Наше місто» на сьогоднішній момент, которое займається обслуговуванням 7 районів міста Запорожжя, 3900 многоквартирних домов. Але ж є певний округ, на якому є певна кількість будинків, і я просто не уявляю, щоб до вас мешканці вашого округу не приходили на прийоми як до депутата саме із проханням вирішити їх житлово-комунальні проблеми. То, що касається іменно депутатського фонду, звісно ж, воно направляється на мій іменно округ. Чому? Тому що, ну, пріоритет, він существує. Ми говоримо чітко розділення текущих ремонтів і капітальних. Як я вже неоднократно говорив, текущі ремонти, вони формовані для всього жилого фонду міста Запорожжя, не розділяє на округа, на пріоритети, на партійні, або ще на якісь. Тобто, кожен многоквартирный жилой дом города Запорожья, он был охвачен тарифом на содержание жилого дома, в составе которого находится текущий ремонт. И приоритет формирования титульного списка капитальных ремонтов, он включал в себя, начиная от личных приемов граждан, начиная от мэра нашего города, депутатского корпуса, и формировался, если вы его возьмете, без всяких там перекосов, приоритетов каких-то районов. Это общедоступная информация, на сайте ДЖКХ она существует, на сайте коммунального предприятия «Наше место» есть титул текущих ремонтов. По письменному обращению граждан, жителей города Запорожья, мы тоже предоставляем информацию. То есть мои слова можно, как говорят, если кто-то скептически к этому относится, можно подготовить письменный запрос и получить ответ. На сегодняшний момент мы говорим, что стала хорошей традицией. Я по четвергам делаю личные объезды города Запорожья. То есть пришел утром, провел прием жителей города Запорожья. И объезжаем, смотрим, как выполняется ход текущих ремонтов в составе тарифа коммунального предприятия «Наше место». Объезжаем все 7 районов города Запорожья, не деля их на любимые и нелюбимые. И согласно внутреннего закрепления по моему коммунальному предприятию, скажем так, руководитель по направлению каждого закрепил за районом города Запорожья. Так получилось, что я себя тоже не обошел вниманием, закрепил не за Заводским, а за Шевченковским районом. Поэтому от руководства коммунального предприятия «Наше место» за Шевченковским районом закреплен генеральный директор. Газові лічильники. Одне з найактуальніших питань, яке ми неодноразово з вами, в тому числі і в цій студії, обговорювали. Ви до того ж були учасником засідання Кабінету міністрів, на якому розглядали саме питання щодо газових лічильників, щодо виконання закону про встановлення приборів обліку газу. Як сьогодні вирішуються питання? Власне, на якому етапі, що сьогодні міська влада робить для того, щоб його зрушити з місця? І хотілося б почути, напевно, чи збігається точка зору Кабінету міністрів із точкою зору вашого підприємства, власне, і міською владою? На сьогоднішній момент, дійсно, у вас інформація достовірна. Розпорядження Володимира Вікторовича, я прийняв участь в місті Києві, в Кабінеті міністрів, в совещании під председательством віце-прем'єр-міністра. В части, ну там плотно общались, скажем так, эмоционально, плотно. Сказать, что неконструктивно, я бы не сказал. Человек, который, ну скажем так, с энергетикой посвятил всю свою жизнь сознательную, я могу сказать, что нормы законодательства, прописанные государственной властью, к сожалению нашему, так, что даже с тем проектом решения номер 60, который мы приняли на сентябрьской сессии городского совета, норма закона об установке, о реализации программы об установке узлов учета природного газа, там законодатель сознательно не написал либо поквартирный, либо общедомовый. Скажем так, ну, корректно скажу, отдано было на откуп инвестиционным программам руководителю облгазов на конкретной территории. Есть облгазы, у которых, допустим, на территории есть 4, 6 до 10 многоквартирных домов, как в западных областях. У них проблем с этим, как говорят, нету, потому что реализовать программу по установке общедомовыми проблем, ну, труда не составило. К сожалению, в нашем случае, там, где город Запорожье, Запорожская область, ну, мы говорим о 4000 домах и реализации программы, цифры я помню наизусть, порядка 1312 домов планируется в 2017 году общедомовые счетчики установить и порядка 20,5-21 тысячи индивидуальных счетчиков. Обратно же многие задают вопросы, а как выбирались приоритеты, почему в одних домах индивидуальные ставятся, почему общедомовые. То есть руководитель Запорожгаза в моем присутствии под голованием вице-премьер-министра говорил, что никаких обратных же преференций нету к формированию. Принцип был,
где есть экономическая составляющая, ставить индивидуальные, там они ставят. Там, где нет возможности либо технической, либо, ну, скажем так, в несколько раз дороже индивидуальные, чем общедомовые, скажем так, они ставят общедомовые. Это позиция Запорожгаза. Почему такая позиция? Потому что в любом случае, давайте честно жителям города Запорожья расскажем, что все составляющие тарифа на инвестиционную программу, они заложены уже в составе тарифа. То есть мы один раз с вами уже за инвестпрограмму, за установку индивидуальных счетчиков уже заплатили. И когда в 2003 году принимали закон о рынке природного газа, когда принимали кодекс газотранспортной системы, неоднократно вносили в нее изменения, тогда четко была принята программа. То есть три этапа: установка узлов учета, частные дома, где отопление, малоэтажные дома, там, где горячее водоснабжение, пищеприготовление, и третий этап — это там, где только кухонная плита для пищеприготовления. Эти работы должны были закончиться 1 января 2018 года. К сожалению, даже по самым оптимистическим прогнозам, мы 1 января, я уверен, не закончим эту работу. Поэтому несколько было обращений после уже приезда моего с Киева. То есть согласовано с мэром города, было подготовлено два обращения. Одно в НКРЕ и в кабинет министров, одно к депутатам нашего Верховного Совета от Запорожской области. Идея была максимально прозрачная, то есть норма закона говорит о направлении государственной субвенции на реализацию инвестиционной программы «Запорожгаза». Это не будет являться нецелевым расходованием бюджетных денег, как могут сказать на уровне города Запорожья, а это субвенция именно государственного бюджета, целевая программа на установку. То есть было поручение от Владимира Викторовича, говорим о 119 тысяч индивидуальных счетчиков, которые необходимо установить. Если брать сумму, которую позиционирует «Запорожгаз» без накруток, 2040 гривен, то есть мы говорим о цифре где-то 240-260 миллионов гривен инвестиций з государственного бюджета. Власне, мені би хотілося почути дуже конкретну відповідь, які настрої в кабінеті міністрів, чи стоять вони на боці газопостачальних компаній, чи вони таки розуміють і підтримують сьогодні споживачів? На сьогоднішній момент то, що я услышал, київська власть, вона обеспокоєна, скажімо так, конкретним процесом невиконання сонної програми «Запорожгаза», і, к сожалению, источника фінансування других на удовлетворение конкретних запросів жителей города Запорожья, установкой конкретно квартирного счетчика природного газа, а не узла учета обліку, как прописано в нормі закону, к сожалению, понимания нет. Сьогодні також розглядається можливість надати повноваження місцевим радам встановлювати тарифи для комунальних підприємств, які постачають тепло і воду саме тут, на місцях. Як взагалі оцінюєте цю ініціативу, і чи підтримують її зрештою і депутати в тому числі? Смотрите, как человек, который на металлургическом предприятии, отработавший главным энергетиком, имел возможность в Киеве непосредственно согласовывать этот тариф, скажу, что процесс этот согласования довольно-таки тернистый, непростой, да, потому что, скажем так, весь пакет документов, к пакету документов еще и несколько лет жизни, и еще и пару седых волос. Это одна сторона медали. А другая сторона, это к вашему вопросу насчет, как совмещается работа руководителем коммунального предприятия и депутатом городского совета. Если согласовывать тарифы по электроснабжению, теплоснабжению на местах, скажем так, здесь может нарушиться вот этот момент незаангажованности в части формирования складовой тарифа либо совмещения. Хотя на сегодняшний момент, насколько я владею информацией, НКРЕ уже идет по пути малозатратные, малоэнергоемкие предприятия, тарифы для них, то есть отдавать на согласование местным городским советам. И, насколько я помню, до какого-то периода времени, до, по-моему, до 2014 года, оба администрации даже имели возможность формировать тариф на тепловую энергию на местах. НКРЕ КП местное, скажем так, областное формировало сверх, по-моему, 30 тысяч гігакалорій по году, формировало уже на уровне НКРЕ и государственной власти. Взагалі, ваше ставлення, це добре чи погано? На сьогоднішній момент, как говорят, время рассудит. Я бы все-таки имел возможность неупереження и незаангажировано, скажем так, формировать эти тарифы. И на сьогоднішній момент, если мы на уровне Запорожской области сможем показать эффективность и прозрачность согласования формирования тарифа, я буду не против. Вже наостанок таке майже особисте питання. Це правда, що ваша робота як генерального директора комунального підприємства «Наше місто» займає у вас настільки багато часу, що ви не даєте собі права навіть на лікарняний? Хороший вопрос такой. Это вопрос супруги, наверное, моей был бы, она более ответила. Для многих не секрет, то есть я на рабочем месте с 6:30 утра и до 7-8 вечера. Плюс выходной и субботу, к сожалению, пока мы не наладим взаимодействие никому
коммунальных служб города, ни, скажем так, того объема информации, с которой приходится сталкиваться, я не могу себе, как руководитель коммунального предприятия, позволить где-то и себе расслабиться, и своим подчиненным расслабиться. Многие уже задают вопросом о том, что в субботу приходится приходить на работу, где-то с нарушением КЗОТа, где-то с ненарушениями. Я, конечно же, никого не заставляю, а личным примером стимулирую для того, чтобы направлять все свои усилия на благо жителей города Запорожжя. Вже на завершення можу тільки побажати, щоб ті зусилля, які ви докладаєте до своєї роботи, звичайно, оберталися для вас певним результатом, власне, який всі ми завжди прагнемо. Бажаю вам успіху, дякую за те, що прийшли. Спасибо. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Залишайтеся на нашому телеканалі. До нових цікавих зустрічей в цій студії. Натхнення вам і хорошого весняного настрою.